Железногорске пассажир ударил водителя такси ножом в шею, потому что не хотел платить за поездку. Инцидент произошел сегодня днем в лесополосе. По словам сотрудников таксофирмы, водитель посадил случайного пассажира. После того, как приехали по указанному адресу, он вышел из машины, подошел к окну со стороны водителя и неожиданно ударил его ножом, а затем скрылся. Раненый смог по рации сообщить о происшествии. Крикнуло три пятерки, у нас подъехало три машины. Один сел за его руль и повез его вот на скорую. А я побежал за нападавшим. Я выбежал, вылез метров 200-300, он от меня был, крикнул, типа, чтоб стоял. Но он не остановился, побежал. Спрятался в камышах. Потом, как бы у меня ни телефон, ничего с собой не было, не успел, я обратно вернулся за полицией. И мы побежали, начали опять его преследовать. Настигли его в районе старой лодочной станции. С другой стороны подъехали другой наряд полиции. Его поймали. Нападающий задержанным оказался 32-летний ранее судимый железногорец. Пострадавший сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.